Всем доброго времени суток, с вами Михайлович Дзюмов. В общем, игра в игру под названием Архейдж. В общем, решил потратить серебристый ларец, чтобы продержать выпуск таких видео с ларцами. Есть ссылка на Donation Alerts, все донаты любой будут засчитываться в следующем видео. Можете также там оставлять свою рекламу. Ой, думал, что это такое там произошло. Кстати, там пойдем в Мираж и посмотрим, что можно для начала, что можно купить за сферы анимага. 233 штуки есть, я не знаю. Так, немножко разминка. Я не смотрел просто, что можно купить за анимага. Да и в Мираже народу меньше. Там будет меньше тупить. Вот, я пишу в 1080, то есть 1920 на 1080 пикселей видео. И я когда открывал сначала 5 ларцов за 200 кристаллов, там есть такая кнопочка за 5 ларцов, 200 кристаллов купить. У меня там ничего не выпало толком. Полностью в молоко. Ну, в молоко там ушло, короче. Смотрю. Крафтильня. Нет, не это. Где? Это? Нет. Это. Опа. Опа, опа. Так что. Вот. Я могу какие-то вот скляные тени купить. Вах, вау. Я думаю, здесь у сказочного народца. Это что-то тут вообще все слишком дорого. По его питомец у меня есть. Ну, в общем, что бы я хотел. Зонтик? Зонтик. Штормовое завихрение. Да, на 500. О, даже. Он 300 стоит. Закуплю зонтик. Вот так. 300 зонтик стоит. Так, открываем 15 ларцов серебряных. Так. Ну, в атаку. Бред. 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 Привет. 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 Последняя попытка. В общем, считаем, что получаю. Получилось потрачено 9 где-то 3000 с чем-то, типа вот 470, типа вот 600 там плюс-минус 600 34 5 мастера. Да, тоже. 134, там 1000. Битки на турнир. Пофиг, сам схожу. И еще какой-то мусор выпал. Купол какой-то.
знаю. Ну, в общем, опять трижды в минус ушел. В общем, вот так вот все печально. Также повторяю, если вы хотите поддержать выпуск данных видео, next день, что ли? Если хотите поддержать выпуск данных видео, вы можете задонатить Donation Alerts, и тем самым можно будет побольше таких видео за выпускать. Сами проходки тоже продам. В общем, всем удачи. В общем, полностью по жопе пошло все.